Проходит Всероссийский фестиваль лоскутного шитья «Стежки-дорожки». Он проводится уже в четвертый раз, но в этом году приобрел статус всероссийского. На выставке представлено более 500 работ мастериц из Уфы, Волгограда, Кургана, Югры, Казани, Новосибирска, Челябинска, Тюмени и других городов России. Торжественное открытие прошло в музейном комплексе Словцова. Среди самых интересных творческих работ – трехметровое панно, созданное из шимских мастерицами. Это уже вторая вышитая карта Юго-Тюменской области. Масштабная работа включает 17 видов вышивки. В ее создании приняли участие 30 мастериц. В этом году на фестивале «Стежки-дорожки» можно увидеть и кукол. Они тоже разные. Народные и авторские, примитивные и со множеством деталей. Но каждая из них со своей изюминкой. Уютный, по-домашнему милый и теплый фестиваль притягивает своей особой добротой, атмосферой и энергетикой. Посмотреть новым взглядом на текстильное творчество тюменцы и гости города могут до 10 декабря. Отметим, что проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.